Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в Мадагаскар. И сегодня мы будем играть в уровень «Банкет в джунглях». Начинаем. Добро пожаловать, гиганты из Нью-Йорка! Вы пришли вовремя! Мы готовимся к большому празднику! Будем есть морковь, грибы, ананасы, пещерный лук, а на десерт дынный торт. Но у нас же ничего этого нет. Поэтому мы и обращаемся к нашим трудолюбивым любимцам. Они ленивые, да, вот эти? Проблема в том, что когда напали фусы, наши припасы были сметены. Какой ужас! Значит, будет званый вечер, а не банкет. Действительно, зачем публике еда? Вы очень помогли бы нам с едой. Звучит угрожающе. Тогда как насчет помощи в сборе овощей и фруктов? Это другое дело. Договорились. Используйте тотемы, чтобы переключаться между собой и тремя друзьями. У каждого из вас свои умения. Каждый может выполнять свои задания. И еще, за советом, где можно найти еду для банкета, обращайтесь ко мне. О, да. Это один из двух уровней, где можно по желанию переключаться между персонажами. На этом уровне еще есть 9 карт силы. Для Мелмана, для Глории и для Марти. Наших поваров уронил в провал консервированный лайм. Идите за арбузное поле, найдите этот провал и достаньте фрукт. Да. Давайте в другой раз. На пляже за дымным полем черепахи хранят... На одной из кочек в арбузном поле... Нет. Если пройти между теми деревьями, выйдешь в сад с восхитительнейшей морковью. Из нее бы вышло отличное блюдо для нашего праздника. Вот, это подходит. Давайте пойдем туда. Так, нам понадобится 3 карты силы, чтобы выполнить это задание. Огромным морковкам нравится в этом саду, но гадкие кроты норовят подкопать растения, прежде чем они созреют. Защитите растения, прогоняя кротов каждый раз, когда они будут высовываться на поверхность. Я могу с этим справиться. Здорово! Покажи им, кто тут хозяин, и сможешь забрать плоды своего труда. Умеешь копать? Надеюсь, что да. Они-то умеют. Удачи, Глори! Эх! Ага, а чё морковки-то такие огромные? Блин! Есть, я успел, а одну не успел. Ой, а чё у вас так много, а? Противный бегемот, ты заплатишь за это. Это ещё не конец. Ты задала трёпку этим кротам. Держи награду, Глория. Так, 10 нам надо найти. Тут манго может брать Алекс. Иди в задницу, попугай. На одном из предыдущих уровней... Так, туда может попасть только Алекс. Давайте этим-то мы и воспользуемся.
Вот так мы можем переключаться между четырьмя персонажами. Нажимаем пробел. Давай, Алекс, обуздай в себе зверя. Только представь его обузданным. Монетки. Я бы хотел обратить твое внимание на эти грибы. Они такие нежные, а вкус, ради него можно умереть. Ты, конечно, знаешь, что они очень редкие и растут только при определенных условиях. Воспроизведи яркую раскраску грибов, тогда ты сможешь их вырастить. Воспроизвести? Тебе нужно воспроизвести яркую окраску пещерных грибов, чтобы их вырастить. Но ведь это знакомая игра. Уверяю тебя, это совсем не игра, мой необразованный друг. Это искусство. Хорошо, давай приступим. Извини, нужно что не могу помочь, повторить но мелодию. Ты должен сделать это сам. Окей, боюсь, это просто. Это работа для тебя одного, Алекс. Такова жизнь. Отлично. Отлично. Хотел бы тебе помочь, но это не те же самые, просто добавляются по еще одному каждый раз. И последний раз. Продолжай, будь последователен. Получилось! Скоро мы попробуем вкусные грибы! Да, тут можно прыгать дальше, конечно, но нам надо идти. Колечко тут есть. А вон еще одно. Эй! Здесь больше почему нет ничего. В природе все такое большое. Чем плохи маленькие фрукты? Лучшей приправы для фруктов, чем королевский мед. Спуститесь в тот каньон и помогите большой пчеле его сделать. Опять эта пчела. Ген, нафиг. О, и снова здравствуй, мой большой друг. Очень рада тебя увидеть. К несчастью, я потеряла очки, как видишь. Будь любезен, проводи меня к растениям, какие очки, чтобы я смогла вылететь. Какие очки? Есть разве? Я тоже рад снова тебя увидеть. И, конечно же, помогу. Ну, разумеется. Такой милый лев. Я должна опылить растения в строгом порядке, когда их цветки полностью раскроются. Так что будь внимателен, немедли, и проводи меня. Сначала нужно найти малиновый цветок. Он где-то рядом. А чё он? Красный. Потом есть. Синий-синий цветок. А теперь цветно-зеленый. А, вот этот красивый. Где же боровинок? Мне нужен боровинок. Ты ведь знаешь, как выглядит боровинок. Такой светло-фиолетовый цветок. Что-то я не вижу его. А, вон он. Теперь к зеленопеннику. Пошли! Он сегодня очень похож на боровинок, день. Только светло-зеленого цвета. Ой-ой-ой, не успеваю. Да,
осталось еще пара цветов. Пойдем к тому дивному серому цветку. Наконец, черный, черный, как ночь цветок. Черный цветок. Как странно, что цветок. Божественно. А что у нас здесь? В этом гроте созревает пещерный лук. Быстро собери его, пока он не стал добычей пауков. Пауков? Для нашей острой приправы понадобится много лука. Но тут много... Не болтай! Урожайный период длится недолго. Когда лук становится белым, его надо собирать. Понятно. Понятно. Блин, давай. Понятно. Я так голоден. Понятно. Съедя только овощи, ребята. Пещерный цветок для дружбы маломата. О, нет, один взял. Отдай сюда. Еще один. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ой, утащили. Неужели все на этом острове едят только овощи? Отлично. Получилось! Ты собрал достаточно лука для нашей острой закуски. Теперь мы будем долго праздновать. Чудесно! 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 Они чересчур счастливы. Так, ладно, здесь нам искать больше нечего. Да. Дальше что? Путь к некоторым овощам и фруктам лежит через это болое бревно. Но сначала нужен ореховый напиток. Из него не провести хорошую вечеринку. Окей. Только сначала достанем вот этот вот фрукт на дереве. Опа. Так, туда, видать, Мелману надо пройти. Привет, Мелман! Привет, Алекс. Возьмем 3 карты силы. Мне сказали, тут есть еда. Прежде чем идти туда. А, грязь. Ну ты трусишка, Мелман, даже в грязь не можешь залезть. Слава создателю, ты здесь, и ты можешь бить головой, а это неплохо выглядит. Боюсь спрашивать. Тараканы пытаются украсть наши запасы орехов для восхитительного орехового напитка. Я пробовал от них избавиться, но мне не позволяет рост. Тараканы сильно меня разозлили, но я смог только стиснуть их покрепче и накричать на них. А почему этим не может заняться Алекс? Другие великаны из Нью-Йорка отпугивают их только на время. Потом тараканы всегда возвращаются. Но ты можешь помочь. Понимаешь, они тебя не боятся, потому что ты сам их боишься. Но если соберешься с духом, сможешь выждать, пока они не подойдут поближе, а потом ударишь по ним головой. Но ведь ты сам сказал, я их боюсь. Тогда заберись в кучу орехов, она станет для тебя баррикадой.
Да-да, правильно. А потом врежь тараканам головой, когда они придут за орехами. Фу. Как грубо. Но ты же хочешь ореховый напиток, правда? Он очень вкусный. Ладно, я согласен. Ай, господи. Опять эти дурацкие тараканы. Ноги. Блин, утащил один, зараза. Ноги. По-моему, они говорят, дави. Да, сейчас я вас буду давить. Ноги. Так, еще 4 штуки найти надо. Опа, тут нужна Глория, чтобы пробить этот валун. Наши пекари хотят испечь арбузный торт. Идите вдоль бревна, и за огромным валуном вы найдете арбузное поле, где можно сорвать пару арбузов. Но сначала Глории придется сдвинуть этот валун. Окей. Глория. Глория, видела бы ты меня. Да, Мелман, ты настоящий король джунглей. Вот так-то. Ты тут йогой занимаешься? Я просто пытаюсь поднять этот фрукт и... О, мое глупое сердце, перестань. Прости. Я Вилбер, а ты прекраснейшее создание из всех, что я встречал. Мы должны быть вместе. Да брось ты. Лучше попробуй поднять арбуз. Хотя у тебя не слишком-то это получается. Ну, я просто не могу поднять так много, потому что я повредил колено, когда делал кое-что невообразимое. Ты поможешь мне разбить эти арбузы, чтобы я смог сделать свой знаменитый арбузный торт? А что мне за это будет? Ну, я дал бы тебе кусочек для вашего большого праздника. Договорились. Отлично. Нужно быстро разбить эти арбузы, пока они спелые, иначе они быстро испортятся, а я работаю только со свежими фруктами. Ага, влюбился кабан. Можно побыстрее. Ага, сейчас прям куда быстрее. Блин, а вот походу надо. Спасибо, кошка. Вот это разговор. Я так возбуждена. И не говори. Ого, черепахи-то какие здесь. Молодчина. У тебя получилось. Ты так грациозно двигалась. Нам нужно еще как-нибудь встретиться. Встретиться еще раз? Вилбур! Да, а сейчас я должен взяться за обещанный арбузный торт. Увидимся позже. Ого, интересно. Весьма симпатично выглядит торт этот. Так, еще надо 3 продукта найти. О, а наши продукты уже смотри, тут стоят. Куда идешь? Они могут еще и прыгать. А, я вспомнил. Надо спуститься в провал, чтобы достать один лайм какой-то там. В этом арбузном поле офигенное это.
спускаясь в провал, попробую поднять все фрукты на пути. Надо было сразу сюда идти, а не возвращаться через это дерево. Да, вот Мелман не может сюда идти. На пляже за дымным полем черепахи хранят вкусный салат из водорослей. Мы обожаем его морской вкус. Достань нам салат. Ладно. А еще что можно? На пляже за дымным полем черепахи... Одной из кочек в арбузном поле сидит очень гордая лягушка. Она хочет вызвать Мартина состязание по прыжкам. Если Мартин выиграет, она даст ему немного знаменитых лягушачьих фруктов. Окей, берем Марти. Твоя очередь, Марти. У меня сейчас грязевая ванна. Звучит неплохо, Глория. Для тебя, имею в виду. А, стоп, нужно собрать карту силы. Одна из них находится там. А еще две находятся там. Так, одна из них здесь, другая там. Как одна нога здесь, другая там. Опа! Воу, чё все силы у них. И ещё одно нам надо найти. Хочешь победить меня в соревновании по прыжкам? Думаешь, сможешь прыгнуть дальше меня? Я ничего не говорил про соревнования по прыжкам. Мы впервые видим друг друга. Хотя, раз уж ты начала этот разговор, да, я думаю, я смогу прыгнуть дальше тебя. Так, как насчет небольшого соревнования? Сможешь меня одолеть? Получишь лягушачьи фрукты. Это ценный приз. А если выиграю я, то скажу тебе пару ласковых. Да так, чтобы обидно было. Звучит неплохо. Посмотрим, что ты умеешь, лягушка. Ну да. Ех! Я недооценила тебя, зебра. Ты энергичный парень. Но это был только первый прыжок. Посмотрим, каков будет следующий. Воу, ничего себе. Уху. Я открою тебе маленький секрет, дружок. Ты еще не видел мой лучший прыжок. Я тебе подыгрывала, но скоро все изменится. Что-то мне не верится в это. И уху. Кажется, я недооценила тебя, незнакомец. У тебя отличные ноги. И ты заслуживаешь в награду лягушачьи фрукты. Я тебе их дарю. Это все. Спасибо, великаны из Нью-Йорка, что помогли собрать еду для нашего чудесного и неповторимого банкета. Награду за помощь мы вам дадим. Ключ от джунглей. Сэр, у джунглей нет ни дверей, ни ключа. Что же нам тогда им дать? Ну, это же банкет. Угостите их. Оу, замечательная мысль. Знаете, ключ от джунглей. Нельзя было сразу догадаться. Старомодно. Додуматься. Да и зачем он вам? Я, пожалуй, передумал. Мы лучше дадим вам много еды. Я думал, что мы и так. Большое спасибо. Да, спасибо. Так, совершеннолетние. Погнали.
Алекса. Он неважно выглядит. Ай, такой ужас. Я знал, что в итоге один из нас подхватит местную инфекцию и отправится в мир иной. Наши тела просто не созданы для того, чтобы выжить здесь. Пэлман, понимаешь? Ну ты даешь. Наши тела не созданы для этого. Пэлман, успокойся, приятель. Не думаю, что Алекс заболел. Наверное, он просто очень голоден. Ты заметил, что он ничего не ел на банкете? Да, я заметил, но все это только потому, что мы не видели дерево с бифштексами. Как только такое дерево найдется, Алекс накинется на него. Все это чудесно, только дерево с бифштексами не существует. Ой, я опять начинаю беспокоиться. А это может привести к усилению вегетососудистой дистонии. Короче говоря, к нервному срыву. Мелман, ничего с тобой не случится. Но нам нужно придумать, где достать бифштекс для Алекса. Вон идет Моррис. Спроси, не поможет ли он? Мелман, какое счастье, что ты здесь. Эй, а в джунглях растет дерево с бифштексами? Извини, друг, никогда о таком не слышал. Но если бы у нас были бифштексы, то они точно росли бы на том огромном баобабе. К несчастью, он кишит червями. Ты не можешь помочь нам спасти дерево от червей? Тогда бы мы поискали эту штуку под названием бифштекс. Хорошо, что я не настолько высокий, чтобы увидеть этих... Ай, черви! Почему ты мне не сказал, что они такие страшные? Я пытался, Мелман. Ты можешь спасти дерево и выгнать червей из их гнезд, поднявшись на эти грибные платформы вокруг дерева. Наши друзья, летучие мыши, приготовили для тебя кокосы, чтобы бросать в червей. Но я слышал, что черви ядовиты. У меня нет иммунитета к токсинам. Тогда постарайся их не трогать. Окей. А смотрим только, что вокруг дерева есть. Ой, ё-моё. Зачем так пугать? Заберись на ту платформу. Ай! Сказали, что кокосы такие... Да. Отлично, одно... Блин, я упал. Кошмар какой. Где еще платформа? О, ё-моё. Они же могут до сюда прям добраться. Почему нельзя бросать что-то чистое? Например, антибактериальное мыло. Ох, ёшкин кот, сколько их тут, а? Надо приглядывать за этими хищниками. Может быть, я смогу запустить в них кокосы. Еще и эти птицы будут попытаться заклевать меня. Да я понял уже. What the fuck?
Они прыгнуть хотели за мной. Хоть я и люблю жаловаться, но в метании лукасов что-то есть. Ты спас дерево! Теперь путь к вершине свободен! Отлично. Кажется, черви закончились. Если я поднимусь выше, вероятность отека легких сильно возрастет. Да что ты так боишься за все, а? За свое здоровье. Хорошие новости, Мельман. Мы нашли главное поселение червей. И это хорошие новости? Да, хорошо, что мы его нашли. Но плохо то, что они плодятся со страшной силой. Нужно остановить их как можно быстрее. Это ужасно. Похоже, там внизу целая армия этих мерзких существ. Верно. Тут ты и должен взяться за дело. На этот раз на головы этих червяков и их гнезда ты сбросишь вместо кокосов дуарианы. Мы рассчитываем на тебя, Мельман. Вперед! Блин, слава. Никакого прицеливания тут еще нет. Перелет. Сейчас улетел вообще хрен знает куда. Во, вот это нормально. Отличный бросок, долговязый. Теперь найди следующую порцию дурианов и уничтожь очередное поселение. Я там вдалеке вижу еще есть. Но этот немного подальше. И бросок. Отлично. Двоих уж нет, осталось двое. Иди вперед, и я с тобой. Эй, стихи получились. Ух ты. Одним из побочных эффектов высоты является головокружение. Это еще более далеко. А хотя нет, это не так уж и сильно далеко, да? Попробуем вот так запульнуть. Эх, чуть-чуть не долетело. Ну-ка, вот так попробуем. Нет, слишком далеко. Опять далеко. Чуть-чуть не долетает. Отлично. Уф, вот это меткость. Теперь отправляйся на новое место и повтори свой подвиг. Наверное, нужно было сказать всем, что я боюсь высоты. Так, последнее. Оно очень далеко. Просто капец, как далеко. Недолет. Отличный бросок. Мы почти закончили. Теперь спустись и прикончи оставшихся, пока они не сбежали. Так, удар головой не поможет, кстати, здесь. Чтобы... Тут можно только вращение. С ними биться. Червей от грязи нельзя будет избавиться. Удар головой, блин. Мы взяли только для одного задания. Больше нигде удар головой не поможет. Каждый червяк получает биологическое оружие. Чтобы очистить это место, лучше уничтожить всех мерзких червяков. Так еще надо троих. Ах, блин. Мелман, у тебя получилось. Ты наш герой. Да, тяжело было. Ты старался изо всех сил. Мелман, глазам своим не верю.
как насчет еще одного маленького задания? Эй, сейчас моя очередь. А что нужно делать? Помните сумасшедшего крота с банкета? Он со своими друзьями поселился в нашем саду под землей. Они все разрушают. Ситуация ясна? Я из кожи вон лезу, чтобы сад приносил отличный урожай. А этим кротам на все наплевать. Ты сможешь мне помочь? Я в игре. Что нужно делать? Отлично. Эти ребята различаются по цвету. Черные почти безобидны. Серые настоящие звери. Ну а коричневые нечто среднее. Покажи этим паразитам, что настроено серьезно, и получишь по одному очку за каждого из черных, по два за коричневых и по три за серых чудовищ. Если наберешь достаточно очков, с моими проблемами будет покончено. Вот так. Говоришь с закрытым ртом. Различаются по цвету, это прикольно. Дело в том, что вот беленькие попадаются гораздо реже. Чаще всего попадаются вот эти вот коричневые, ну черные, как он их называет. Вы выбрали не тот сад, негодяй. Лучше всего, конечно, можно набрать как минимум 30 очков, надо набрать. Но можно и 60 набрать, тогда мы получим еще 3 золотых монетки, помимо тех, что нам дадут за 30 очков. Блин. Ну-ка, подожди, ты. Серый. Беленький. Настоящие звери, они просто отличаются по цвету и все. Да, я 60 не набью. Неплохо, но ты ведь можешь лучше, правда? А если бы мы бы 60 бы набили? Появились бы еще 3 золотых монетки. Ты давно видел Алекса? Алекса? Да вот же он внизу. А ты видел, в каком он состоянии? Я очень за него беспокоюсь. Вы так аппетитно выглядите сегодня. Приходите ко мне на обед. Не нравится мне это. Нужно найти Марти. Мельман, чтобы встретиться с остальными, нам нужно пройти через долину к той пещере. Март, кажется, у Алекса возник тебе нездоровый интерес. Думаешь? Что ж, ты можешь помочь? Если перенесешь меня с одной платформы на другую, мы избежим встречу с твоим сумасшедшим другом. Это выполнимо. Наверное. Просто оставайся в воздухе и не падай вниз. Даже и не думай, что тогда может случиться. Да уж. Так, надо постараться не падать на землю. Морт, я хочу с тобой поговорить. Алекс, приди в себя. Вернись в ум. Будем считать, сколько раз прыгнешь. Раз, два, три. Отлично. Я хочу с тобой поговорить. Отстань. О, не надо так кричать. Алекс первым из нас упадет в сильный психоз. Так, раз, два, три, четыре. И после каждого четвертого, после четвертого. Раз, два, три, четыре. Отлично, запомнили. Раз, два, три, четыре, три. Раз, два, три. Ой-ой-ой, нет, все-таки четыре. Ну ладно, я мимо него прилетел. Так. Раз, два, три. Три или четыре? Ну-ка еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Так. Раз. Два.
два, три, четыре. Полетели. Воу, what the fuck? Получилось. Фу, если бы мы коснулись земли, я бы уже не дышал. Да, я волнуюсь, как там Марти с Глорией внизу. Сейчас уже меньше волнуюсь. Кажется, твой друг Алекс понял, что он все-таки хищник. О чем ты говоришь? Ну, Алекс лев, а львы едят других животных, из которых получаются бифштексы. Не понимаю. А это тебе поможет, Мелман? Алекс только что укусил меня за зад. Видишь? Да. Вот это укус. А почему мы не видим? Бежим, если не хотим превратиться в бифштексы. Офигеть, как он крикнул сейчас. Ну, давайте пройдем еще один уровень. Давайте еще один пройдем. Дорога к пляжу. Скажи ему, чтобы он заткнулся и успокоился. Мелмен, заглохни! Итак, ребята, мы должны убраться с этого острова, пока не сошли все с ума. Нам нужно восстановить спасательный радиомаяк Алекса, чтобы выбраться отсюда. Кто-то говорил о спасательном радиомаяке. Я смогу им заняться. Правда? Билбур, я бы тебя поцеловала, если бы уже не умылась с утра. У меня есть хорошие и плохие новости. Начнем с плохих новостей. Ваш спасательный радиомаяк перегорел. Мы знаем, нам никогда не выбраться с этого острова каннибалов. Каннибалов. Умолкни, Мелман. Какие же хорошие новости? По пляжу разбросаны детали для нового радиомаяка. Если сможете их собрать, я знаю лемуров, которые могут их соединить. Так как насчет поцелуя, Глория? Как насчет того, чтобы сначала сделать радиомаяк? Еще это второй уровень, на котором мы можем переключаться между персонажами. К сожалению, кроме Алекса. Алекс недоступен, потому что он сошел с ума и вообще хрен знает куда делся. Ну давайте... А вот Марти и Мелмана мы можем выбирать. Ну давайте... Малышка, у меня небольшие проблемы с этими крабами. Какая перспектива! Они вечно меня щиплют, а я уже не так ловко уворачиваюсь от их клешней, как раньше. Может, ты преподашь им урок? Если поможешь мне найти детали от радиомаяка, я буду самой лучшей учительницей. Если успеешь научить достаточно крабов, за это время я дам тебе деталь от радиомаяка и побуду с тобой подольше. Да. Так-то вот, вам всем. Отличная работа. А теперь давай поговорим о нас. Что это было сейчас? Поговорили уже, да? Также надо найти 10 деталей, как и в уровне банкет джунглей. Интересно. О, опять крабы. Ну, кыш отсюда. Так. Никто нам не подскажет, где можно детали найти, к сожалению. Нам эта монетка притянется? Отлично. Так, надо бы... Давайте на Марти. Не-не-не, давайте за Глорию. Я там, кажется, знаю одно место, где можно найти. Эй, а где твой друг Мелман? Потом. Подождите.
Ну-ка, подожди, куда ты идешь? Так, ну давайте Мелман. Давай, покажи им. Мелман, наши разведчики нашли важную деталь для радиомаяка. Она лежит на том камне, и, думаю, нам пригодится твоя башковитость. Башковитость? Разве у меня большая башка? О нет, я умру. Нет, Мелман, возьми себя в руки. Башковитость — это талант или способности. О, фу. Иностранные слова вечно означают что-нибудь страшное. Итак, план такой. Ты забросишь на тот камень трех лемуров с помощью своей длинной и сильной шеи. Если все будет нормально, они возьмут деталь. Нажми клавишу действия, чтобы взять заряд, и отпусти ее, когда будешь готов к броску. Yes! Поторопись, Мелман, осталось два лемура. А чё, нельзя просто взять и подойти к этому камню поближе? Yes! Осторожнее с последним, тебе далеко бросать. Зачем далеко бросать? Нельзя просто поближе подойти, а? Что за логика, а? Yes! Отличный бросок, все получилось. С первого раза, отлично. Нашел ее. Так, посмотрим, что можно еще посмотреть. Привет, Марти. Мне нужно идти в свой счастливый уголок. Так, вот какая-то из деталей лежит на... Лежит там. Туда Марти прыгнуть у нас может. Ты не мог бы позвать свою милую подружку Бегемотиху? У меня есть для нее задание. Опять? Глория, тебе Ой. Детали появляются здесь. Даже передвигаться по этой природе мучительно. Отлично, отлично. Пустая? Блин, как печально. А, нет, не пустая, видать. Привет еще раз. Думаю, одна из деталей для радиомаяка спрятана в этих ящиках. Давайте объединим усилия и попробуем разбить ящики, пока отлив не унес их в море. Откуда они взялись тут, ящики эти? Ой-ой-ой, не туда. Ты что там делаешь, блин? Копаешься? Песке, что ли? Вот это командная работа. Давайте похвалим друг друга. Командная работа? Да ты ни одного ящика не открыл. Нет. Я точно открыл парочку. Наконец-то я достала деталь для радиомаяка. Спасибо мне большое. Мою.
Прекрасно. Теперь нам пригодится Мелман для кое-какого задания. Ну, эту деталь мы возьмем. А дальше нам понадобится кое-кто другой. Уверен, что хочешь выглядеть. О, куда ж ты прыгнул-то, а? Да, ну ладно, можно, в принципе, забраться в это место, просто войдя в ту пещеру. Как мы уже это сделали? Только профессионалы должны совершать такие прыжки. Нашел ее. Так, куда же дальше-то? Сколько нам еще искать надо? Три штуки надо найти еще. Так, для одного из них нам понадобится Марти. Это еще что такое? А, в мультфильме было такое. Для этого нам Марти пригодится. Привет, Марти. Мне нужно идти в свой счастливый уголок. О, what the fuck. Эй, зебра! Эти черепахи мне надоели. Они все время сбивают фрукты с моего дерева. Я пытался поговорить с ними, но похоже, это их только рассмешило. Можешь прогнать их? Нет проблем. Больше эти черепахи тебя не побеспокоят. Скажем так, я сделаю им предложение, от которого они не смогут отказаться. Отлично. Миллион раз спасибо. Ты ведь задашь им трёпку? Именно. Опять на время. Наконец-то вы встретили достойного соперника. Куда более достойного, чем вы. Эти ракушки сожжены, по ним спина. Получилось! Возьми эту деталь от радиомаяка, а я перекушу. Хе-хе, что он делает опять? И вообще, это он так перекусывает, да? А разве перекусывает? Дурианы же это вроде. Дурианы никто же не ест. Можно, кстати, сбить фрукты и маленько пособирать. Все, больше нету. Еще одна там есть. Блин, надо, чтобы... Надо валун разбить. Не забудь потом прийти в себя. Марти, я никогда ничего не забываю. Это уже на что-то похоже. What the fuck? Ага, я ничего не делал, как это? Только прикоснулся ко мне и сдох паука, а он просто проснулся. Марти снова нам нужен. Твоя очередь, Марти. У меня сейчас грязевая звучит ванна. Звучит неплохо, Глория. Для тебя, имею в виду. Так, нужно прыгнуть сюда. И последний у нас здесь. Хочешь сразиться? Да ты с ума сошел. У меня лучшая техника. А твой стиль жалок и убог. Тебя одолеют даже мои ученики. У тебя и в самом деле такой смешной акцент? Нет,
Конечно нет, но ты все равно проиграешь. Первый, задай им. О нет, теперь и крокодилы за мной охотятся. На, зараза. Нельзя спускать с него. Не хочу стать героем фильма о выживании сильнейших. На, зараза. Что? Ну, первый все равно был не из лучших. Второй, врежь ему. Не связывайся со мной, приятель. Оп. Да он ничем не отличается от первого. Нет. Теперь и крокодилы за мной охотятся. Ух, ты победил моих учеников. И техника у тебя не такая уж и плохая. Но теперь пришла очередь сразиться с серьезным соперником. Воу. Ничего себе, у этого уже 5, а не 2. Ну ничего, я все равно тебя отдалею. Как можно подниматься так? На, зараза. Ох, твоя техника впечатляет. Ты выиграл. А теперь, Глория, я могу рассчитывать на поцелуй? Конечно. Закрой глаза, это сюрприз. Псс, Мелман, поцелуй его. И за что? Кто знает, Глория не хочет это делать. Он засовывал свою морду. Представь, что это большой орех. К тому же я верну тебе поцелуй. Ох, детка, какой поцелуй! Да. Эта сцена стоит у меня перед глазами. И у меня. Что ж, все кончено. Остается только подождать. И что с тобой, Марти? Я? Я без Алекса не уйду. Но Марти, он пытался тебя съесть. Наверное, я заслужил это, раз втянул вас в такое дело. И пусть меня хоть 1000 раз укусят в зад, я спасу друга. Лучше сотни. Десяток. Раза 3 хватит. Оставайтесь здесь и смотрите в оба. А я возвращаюсь за Алексом. Ты даже не знаешь, где он? И я найду помощь. До встречи. О, отлично. Собственно говоря, на этом все. С вас лайкосы и подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока!